Всем привет! И сегодня мы поговорим о том, как за 60 дней заработать 10 тысяч долларов, выполняя простые несложные действия. И зарабатывать мы с вами будем вместе с компанией BigSup. BigSup – это международная платформа для создания собственного онлайн-бизнеса и пассивного дохода на основе постмайнинга. При распределении доходов 100% идет в сеть. На платформе BigSup есть 10 пулов, 7 из них обязательных, с автопереходом, вложенным уже в систему, и 3 по желанию. Вход на первый пул составляет 0,04 биткоина. И на самой платформе у нас идет реинвестируемая тринарная программа и реинвестируемая линейная программа. Также есть карьерная лестница 7 рангов, кстати, ранги подтверждать не надо. Распределение прибыли с главного аккаунта, они идут также всем партнерам компании BigSup. Бонус быстрого старта, пассивный доход от пула постмайнинга и 5-уровневая реферальная майнинг-программа. Единоразовый вход у нас идет 0,04 биткоина, как я уже говорила, да? Вы можете занять как первый пул, так и сразу несколько, то есть с 1 по 7, там первый, второй, третий и так далее. Но вы не можете занять, допустим, второй или третий пул, минуя предыдущий. То есть все пулы должны проходить в порядке очереди. А также деньги не зависают в матрицах, что обеспечивает безопасность системы. Отсутствует комиссия за ввод и вывод. Нет абонентских плат, то есть вы приобретаете свое бизнес-место единожды и больше не вносите ни копейки. Прозрачная система, каждый пользователь видит доход админского аккаунта, то есть в своем личном кабинете вы видите полностью все суммы, которые есть на главном аккаунте, которые вы зарабатываете, сколько вы зарабатываете. Каждый партнер при оплате бизнес-места получает доступ к образовательным курсам, а также к использованию услуг компании. Комиссионные за продажу услуг компании также вам компания оплатит. И доступ к премиум-клубу с кучей привилегий. Как я уже говорила, да, что я вам немножечко вкратце расскажу о компании. Если вы хотите узнать более подробно, обратитесь к тому человеку, который поделился с вами этим видео. Итак, как же за 60 дней заработать 10 тысяч долларов? На сегодняшний день курс биткоина 8251 доллар. Курс доллара к рублю 63,84 цента. Я вам покажу обычную простую схему, по которой за 60 дней, да, что в общей сумме составляет 9 недель, вы заработаете свои 10 тысяч долларов. Расчет дохода я беру без учета рангов, без учета постмайнинга, без бонуса быстрого старта. И берем в расчет, если вы раз в неделю с помощью рекомендаций пригласите 3 партнеров. То есть в течение недели вы приглашаете в бизнес 3 партнеров. Это не так сложно сделать. Согласитесь, у каждого из нас, да, есть друзья, знакомые. Если вы сетевик, у вас есть команды, которые тоже хотят зарабатывать. Вот мы исходим из этого опыта, да, то есть 3 по 3 в прогрессчике. Итак, первая неделя вы приглашаете 3 партнеров. И на первой неделе ваш доход составит 24 доллара. Таким образом, вы практически уже за первую неделю возвращаете сумму своего входа. Еще раз напомню, ну, как я уже говорила, да, мы не ограничиваемся, то есть ваших лично приглашенных может быть гораздо больше. Итак, первая неделя, 3 человека и ваш доход 24 доллара. Применяя метод дублицирования, вы учите ваших партнеров делать то же самое. Естественно, помогаете им. И таким образом, на второй неделе, когда они повторяют вас, приглашают по 3 партнера, ваш доход общий за 2 недели уже составит 98 долларов. Первые 100 долларов вы заработали. У нас идет третья неделя. Мы повторяем все наши действия, обучаемся сами, так как на платформе BigSup у нас очень крутое обучение. И наш доход за 3 недели составит 196 долларов. Но он может быть гораздо больше. Четвертая неделя принесет нам
832 доллара. Кстати, забыла сказать, после второй недели, когда вы зарабатываете свои 98 долларов, у вас уже закрывается двухуровневый тренар, закрывается пул, и таким образом у вас автоматически открывается сразу второй пул, вход на который составляет 0,015 биткоинов. Если вы помните, я говорила, что мы его уже не платим, да, мы автоматически на него переходим. Программа заложена в систему. И открывается у нас второй круг первого пула. То есть наша юбка с вами вниз не растет. Более подробно, как я уже говорила, вы все можете узнать на брифинге, посетив наш брифинг, либо обратитесь к человеку, который поделился с вами этим видео. Итак, четвертая неделя, и ваш доход составляет 832 доллара. Идем дальше. Пятая неделя. На пятой неделе у нас также открываются новые пулы. На четвертой неделе у нас закрылся второй круг первого пула. У нас закрылся первый круг второго пула. А так как второй пул закрылся, соответственно, по автосистеме у нас открывается третий пул. И таким образом на пятой неделе мы начинаем зарабатывать уже со всех трех пулов. И таким образом на пятой неделе ваш общий доход за 5 недель составит 1005 долларов. Шестая неделя принесет доход в 3200 долларов. Общий доход. И на шестой неделе у нас также закрываются все три пула. Третий круг первого пула, второй круг второго пула и первый круг третьего пула. А это значит, что у нас открывается четвертый пул. Доходы увеличиваются. Идем дальше. Седьмая неделя. Как я уже сказала, да, что у нас открывается четвертый пул. Таким образом мы начинаем зарабатывать четырех пулов. И наш общий доход за 7 недель составит 3606 долларов. А впереди еще у нас, да, 2 недельки. Мы же берем расчет 60 дней. Идем дальше. Восьмая неделя нам принесет общий доход 9648 долларов. На восьмой неделе у нас также закрываются все пулы. Из этого следует, что по закрытию четвертого пула у нас открывается следующий, пятый пул. Таким образом, наш доход также увеличивается, так как мы начнем зарабатывать сразу с пяти пулов. Доход на восьмой неделе составляет 9648 долларов. И последняя наша неделька, девятая, нам как раз и принесет доход в 10192 доллара. Замечу еще раз, что это не весь доход, он может быть гораздо больше, в разы больше, так как мы не берем учет рангов, не берем доход быстрого старта, не берем доход от постмайнинга и не учитываем, что ваших лично приглашенных партнеров может быть гораздо больше, чем 3 человека. Знаете, люди как птицы, и у каждого своя высота и скорость полета. Воробьи летают с воробьями, голуби с голубями, лебеди с лебедями, орлы с орлами. Если орел возьмет с собой в полет голубя, последнему придется лететь не на привычной ему высоте и не со своей собственной ему скоростью. Рано или поздно каждый вернется к своей траектории. Поэтому не ждите никого. Летите на своей высоте к своим и со своими. Запомните, от нас не уходят, от нас отстают. К нам не возвращаются, нас догоняют. Решать только тебе. Жить так, как сейчас, или изменить мир в лучшую сторону вместе с нами. И если ты с нами, добро пожаловать в Big Sub. Напишите человеку, который поделился с вами этим видео. Скажите «хочу на брифинг» и добро пожаловать в мир финансово независимых людей. Я знаю, ты этого достоин. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.